на Паралимпиаде лишили аккредитации еще одного члена делегации Беларуси. То есть, помимо сотрудника республиканского Минспорта Андрея Фомочкина, того самого, который нес российский флаг, досталось еще одному. Это руководитель, один из руководителей национальной сборной. Кроме того, Международный паралимпийский комитет официально предупредил белорусскую команду о недопустимости проведения политических акций. Об этом сообщил председатель Паралимпийского комитета Беларуси Олег Шепель. На церемонии открытия Паралимпиады в Рио один из членов белорусской делегации держал в руках российский флаг. Смельчаком, как мы выяснили накануне, вот сразу Лайв дал эту информацию, оказался 53-летний Андрей Фомочкин. Это директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Ему удалось пройти с триколором четверть круга по стадиону Маракана, после чего флаг у него отобрали. Вот появлялись даже такие формулировки официальные. Конфисковали. Ну и чуть позже стало известно, что у Фомочкина отозвали аккредитацию на играх, и стоял вопрос, она окажет ли всю сборную паралимпийцев из Беларуси. Обошлось. Вот такая санкция пока касающихся, ну, можно если сказать, спортивных чиновников, спортсменов. Ну, обошло стороной.